Друзья, всем привет! Пришло время немного приоткрыть занавес того проекта, который я вам и обещал показать. Поехали! Да, друзья, клевый черноморец заходит в город. Мы теперь там имеем своих представителей, своих партнеров. И там будет стоять наш магазин. Клевый черноморец, 24 часа. Магазинов рыболовных в Саратове много. Все они по-своему хороши, по-своему не очень. Значит, мы, как всегда, делаем эксклюзив. Эксклюзив у нас во всем, где черноморец или клевый черноморец, да, мы всегда во всем первые. Поэтому рыболовный магазин 24 часа в Саратове будет первый, на данный момент единственный. И будем работать все во благо рыбаку. Я уже 16-й год общаюсь с рыбаками, потому что в рыболовной теме уже 16-й год. Знаю все больные вопросы, которые беспокоят наших рыбаков не только по прудовой ловле, да, но и по рекам Волга, и включая другие реки. У рыбаков одна проблема, это когда рыбак собирается на рыбалку, да, ехать в город, в рыболовные магазины, заезжая в центр, пробки, пока доберешься до магазина, пока припаркуешь свой автомобиль, да, порой негде его припарковать. Если вы паркуетесь, то переживаете, да, пока приобретете какую-то там, какой-то товар рыболовный, у вас автомобиль может утащить эвакуатор. Также магазины то поздно открываются, то рано закрываются. Вся эта проблема всегда мучает рыбаков. Им некомфортно, им неудобно. Поэтому мы приняли решение открыть свой магазин в городе. Локация нашего магазина будет удобна для вас. Магазин будет стоять на выезде из города. Парковочное место будет удобно для вас. Вы спокойно припаркуетесь, пойдете в магазин, приобретете все, что вам надо, и поедете дальше на рыбалку в направлении рек, озер, прудов. Значит, в магазине будет у нас линейка прикорм. И обязательно, возможно, это и основной товар будет, да, это расходный материал. То есть мы не будем затачиваться, как другие магазины, там, под какие-то дорогие товары, да, кресло, мебель, там, удилище. Нет, это все, если у вас будет желание, вы можете у нас заказать по очень приятным ценам, но в заказ. Конкретно магазин будет предоставлять вам это расходный материал, весь тот материал, который вам пригодится на рыбалке, да, за которым не надо ехать в город, не надо ждать там торговый центр, когда откроется. Короче, вы просто выезжаете в любое для вас удобное время, заезжаете попутно, приобретаете там крючки, поплавки, леску, грузила, все, что касается расходников и касается прикормок.
То есть это магазин будет на простого рыбака, который заехал попутно, захватил себе там червей, кукурузы, прикормки, крючки, поплавки. Ну, вы меня понимаете, да, рыбаки? Это будет все для вас. Расходный материал будет у вас всегда под рукой. И не надо будет никуда заезжать, ждать, переживать, тратить свое драгоценное время. Поэтому ожидайте в ближайшее время, как только мы его откроем, мы вам сообщим. И всех будем ждать. Всем пока.